До конца лета Пенсионный фонд России выплатит пожилым россиянам еще одну выплату. По информации представителей ведомства, до конца лета денежные средства автоматически придут на карты пенсионеров, которые воспитывают иждивенца-студента. При этом документ об очном образовании студента предоставлять не нужно. Данную информацию предоставят фонду сами учебные заведения. Выплаты не будут начислены родителям студентов, отчисленных из вузов или перешедших на заочную форму обучения. В этом году размер помощи составит 1895 рублей. Получить выплаты можно будет не более чем за трех детей студентов.